Мы приветствуем всех, кто присоединился к нам в эти минуты. В эфире программа «Подробности». В студии Алена Кукарева. Здравствуйте. Гостем нашей сегодняшней студии стал рязанский транспортный прокурор Андрей Широков. Здравствуйте. Ну давайте сначала попробуем пояснить, какие же сферы деятельности захватывает транспортная прокуратура. Рязанская транспортная прокуратура осуществляет надзор за исполнением законодательства на железнодорожном, воздушном, водном транспорте в таможенной сфере. То есть это и надзор за исполнением федерального законодательства, это и состояние преступности в данных сферах деятельности. То есть спектр вопросов достаточно широк. Вот мы знаем, что все службы в начале года подводят итоги года минувшего. Также мы знаем, что и в вашей службе было такое совещание, вы подводили итоги 25 января. Вот какие основные моменты прошлого года вы можете рассказать, пояснить? Да, действительно, 25 января у нас состоялось совещание, на котором подвели итоги работы Рязанской транспортной прокуратуры в 2015 году. Данное совещание было достаточно расширенным, то есть присутствовал и коллектив Рязанской транспортной прокуратуры, ветераны органов прокуратуры, приглашенные. В 2015 году в сфере надзора за исполнением федерального законодательства нами выявлено свыше 1500 нарушений закона. Внесено более 80 актов реагирования. Около 80 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Возбуждено большое количество дел об административных правонарушениях. Наверняка вы знакомы с статистикой. Вот нарушения, они в большей части по какой сфере, по какой деятельности? Знаете, спектр выявленных нарушений, он достаточно широк. Это нарушения и в сфере законодательства о транспортной безопасности. Там выявлено более 300 нарушений. Возбуждено достаточно значительное количество дел об административных правонарушениях. Большинство из данных нарушений устранены, а те, которые в настоящее время не устранены, то находятся на контроле. Ход устранения данных нарушений находится на контроле. Конкретно бывают нарушения вот в транспортной безопасности? Ну, пару примеров, один пример, чтобы было понятно. Знаете, там различные могут быть нарушения, то есть, допустим, связанные с функционированием средств видеонаблюдения, с обеспечением охраны объектов и другие подобные нарушения. Вот, наверное, актуальный вопрос на данный момент. Как обеспечиваются, может быть, какие-то самые основные моменты безопасности на железнодорожных вокзалах? Правоохранительные органы Рязанского транспортного региона уделяют значительное внимание обеспечению безопасности и прав пассажиров на железнодорожных вокзалах. Как можно посмотреть, допустим, и на Рязани 1, и на Рязани 2 находятся круглосуточные посты охраны. Это и металлоискатели, и другие средства. Я уж не буду раскрывать все подробности, но, тем не менее, этому уделяется значительное внимание. Давайте вернемся к итогам совещания. В 2015 году нами также внимание уделялось различным направлениям деятельности. Это и вопросам своевременности оплаты труда. Были выявлены нарушения в данной сфере. Юридическое лицо, одно из юридических лиц, которое допустило нарушение в данной сфере, было привлечено к административной ответственности. Это нарушения, связанные с обеспечением прав граждан на своевременное пенсионное обслуживание, когда руководство одного из железнодорожных предприятий своевременно не подготовило и не направило документы в негосударственный пенсионный фонд для того, чтобы можно было назначить дополнительную пенсию человеку. Это и нарушения, связанные с добычей нерудных строительных материалов, то есть это песок, добываемый на реке Ака. То есть на эту тему можно говорить бесконечно. Это действительно планомерная работа, она ежедневная, то есть и каждому из этих вопросов уделяется большое внимание. Хотелось бы отметить, что благодаря принятым координационным мерам удалось, пусть незначительно, но тем не менее, повысить раскрываемость преступлений на железнодорожном, воздушном, водном транспорте. А про нарушения вы говорили, а позитивные результаты деятельности за 2015 год, за минувшие, какие мы можем пояснить? Позитивными результатами деятельности, на мой взгляд, являются то, что те нарушения, которые мы выявляем, как правило, они не повторяются. То есть это свидетельствует о том, что принимаемые меры реагирования позволяют достигнуть эффективного их устранения и недопущения впредь.
То есть это, наверное, один из позитивных итогов деятельности. В связи с погодными условиями сезонные факторы влияют ли как-то на надзор за транспортом? Вы знаете, вот если применимо к транспортной вообще инфраструктуре, это к деятельности объектов транспорта, то можно сравнить данную деятельность с таким часовым механизмом, где каждая деталька должна работать своевременно. Поэтому стиль работы и методы работы, допустим, они не могут изменяться. То есть это в любое время мы должны быть готовы к тем вызовам, которые нам вот ставят сегодняшний день. Поэтому будь это какой-то сезонный характер или это, то, безусловно, как бы мы ни стиль работы, ни что-то подобное не меняем. Значит, так могу привести пример о том, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, то есть мы все помним, что недавно у нас выпали значительные объемы осадков, нами организована и осуществляется в настоящее время совместно с префектурой железнодорожного района города Рязани проверка о техническом обслуживании объектов транспорта. Конкретно на данный момент уже выявлены нарушения, связанные со своевременным вывозом снега от таких объектов транспортной инфраструктуры, как привокзальные площади Рязань-1, Рязань-2. В настоящее время данные нарушения обобщены, и нами готовятся акты реагирования для того, чтобы побудить тех юридических лиц, которые ответственны за своевременную уборку данных площадей, а это не будем забывать, что это лицо города, чтобы побудить этих юридических и должностных лиц для того, чтобы своевременно выполнять правила по благоустройству города. Здорово. Мне вот кажется, что дороги города тоже нужно присоединить к вашей сфере деятельности, чтобы вы тоже надзирали и с дорог тоже вывозили снег. Что, как-то у нас все очень плохо с этим обстоит. Скажите, пожалуйста, на чем будет сконцентрировано внимание транспортной прокуратуры в этом году? Приоритетные направления деятельности, в том числе и транспортной прокуратуры, они не меняются. Это, опять же, повторюсь, это надзор за исполнением федерального законодательства на объектах транспортной инфраструктуры. Безусловно, законодательство, которое всех интересует, это законодательство о транспортной безопасности. Это и, опять же, повторюсь, это и законодательство на своевременность оплаты труда, исполнение законодательства о несовершеннолетних, ну и так далее, и так далее. Расскажите, какие основные преступления могут совершаться на объектах транспорта? Вы знаете, вот проведенный анализ, он показал, что основные преступления, ну как это ни банально, это хищение чужого имущества. То есть более 50% совершенных преступлений, они связаны как раз с хищениями. Мы проводили анализ, в том числе и в рамках координационной деятельности, о том, основная категория лиц, которые их совершают. Ну, более 54% – это достаточно молодые люди до 40 лет. Безусловно, принимаются меры для сохранности имущества. Еще одна категория преступлений, которые совершаются, допустим, на водном транспорте – это браконьерство. То есть у нас достаточно значительное количество преступлений выявлено, связанных с незаконной добычей водных биологических ресурсов. Что еще тут можно сказать? То есть, грубо говоря, рыбаки или же добывают песок? Нет, это не песок уже. Это незаконный вылов рыбы. Да, причем используются... Это, я не говорю про тех лиц, которые стоят с удочками на берегу реки, которые, так называют, это достаточно культурный вид отдыха. Я говорю о лицах, которые используют орудия массового истребления животных. То есть это и перегораживают до свыше 70% сетями, значит, за тонны. Это допускается массовый вылов рыбы. То есть именно о таких людях я говорю. И расскажите, пожалуйста, как вы взаимодействуете с другими службами? Мы совместно с прокуратурой Рязанской области, с прокурорами районов проверяли состояние переездов.
железнодорожных переездов. Там выявлено достаточно значительное количество нарушений и принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования. Это взаимодействие и с другими специализированными прокуратурами. В первую очередь природоохранная прокуратура, Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура. Так нами тоже была проведена проверка на объектах водного транспорта, где совместно были выявлены нарушения в сфере добычи песка. Это взаимодействие и с правоохранительными органами Рязанского транспортного региона, прежде всего с Рязанским линейным отделом на транспорте, который осуществляет свою деятельность не только на железнодорожном, но и на водном транспорте. Ну и таких примеров взаимодействия достаточно много. Мы желаем вам успехов в вашей деятельности. Спасибо вам за беседу. Я напоминаю всем телезрителям, что гостем нашей сегодняшней студии стал рязанский транспортный прокурор Андрей Широков. Благодарим вас за внимание. Хорошего продолжения вечера.